задача косметологов, пластических хирургов все-таки исправление недостатков и дефектов. Ну да, кстати, вот в Грузии сейчас настоящий бум на пластические операции. О том, какие изъяны внешности не дают покоя женщинам, расскажет Мариам Балквадзе. 19-летние близняшки Лела и Гванца еще с подросткового возраста мечтали о преображении. Девочкам не нравились носы с горбинкой. После долгих раздумий сестры все же решили лечь на операцию. Ринопластика оправдала надежды девочек. Сегодня их трудно узнать. Самоуверенные, со сверкающими глазами. Признаются, после операции их жизни полностью изменились. Я даже не красилась. Думала, что с моим большим носом помада будет смотреться просто смешно. Когда фотографировалась, старалась свой профиль не показывать. Это было нашим комплексом. Думаю, главное, что нас в семье поддержали. Они понимали, что это было для нас проблемой. И когда сделали операцию, семья радовалась вместе с нами. За последние несколько лет пластические операции стали популярны не только среди звезд шоу-бизнеса, но и у обычных людей. Доктора даже вывели статистику. Как правило, на первом месте в Закавказье, на Кавказе это ринопластика. Потом это липосакция, это аугментация или вообще реконструкция молочных желез, груди. Правда, не всегда пациенты остаются довольны результатом. Например, у нас недавно оперировался больной из Америки, которому 3 раза сделали операцию и приехал сюда. В принципе, нос был даже хуже, чем у Джексона. Пластическим хирургам приходится не только корректировать природные недостатки пациентов, но и исправлять результаты травм. Например, сейчас оперируют мужчину, которому пьяный друг целиком откусил ухо. Доктора придают форму ушной раковине с помощью ткани, взятой из области руки. Кстати, чтобы изменить свою внешность, одного желания часто недостаточно. В некоторых случаях клиники от пациента могут потребовать заключения врача-психиатра. Существуют патологии, которые, если они отмечаются у пациентов, они являются прямым противопоказанием проведения косметических хирургических вмешательств. Если справка врача имеется, то можно даже сменить пол. В Грузии таких случаев уже 7. Мариам Булквадзе, Ладобинашвили, Дмитрий Ангуладзе, Мир 24.